рамках акции «Декада милосердия», которая ежегодно проходит в Подмосковье, проводят разные тематические мероприятия. Например, в Центре социального обслуживания и реабилитации «Домодедовский» в очередной раз организовали выставку-ярмарку «Добрый свет». Свои творческие работы представили мастерицы из клуба «Активное долголетие». Клубы рисования, клубы квиллинга, клубы рукоделия, спортивные направления тоже участвуют в творческих, поэтому все здесь у нас на выставке ярмарки. На мероприятии собрались самые талантливые и вдохновляющие люди, которые не только не перестают удивлять своими способностями, но и доказывают, что возраст не помеха для самореализации. Как можно шире рассказать, что у нас есть такие замечательные направления кружковой деятельности, и чтобы люди приходили, общались, творили. Вот это цель, наверное. Татьяна Судаева обучает людей старшего поколения бумагопластике. Это декоративно-прикладной вид искусства, который заключается в моделировании из бумаги плоских или объемных композиций. И этой техникой она занимается около 20 лет. Все делаем сами. Единственное, здесь покупная – это рама и стекло. Сами делаем картонные коробочки, объемы, делаем бумагу какую-то, салфетки. Используем все, что подходит нам. Посетители выставки были под впечатлением от увиденных поделок. Человек, допустим, вот сделал вот это вот. Это нужно иметь такие ручечки, чтобы вот это все сделать. Это очень тонкие работы. Потом я смотрела, вот мне очень нравится художественное произведение, картины. Никогда я бы не подумала, что у нас столько талантов в таком возрасте. Приобрести понравившееся изделие может любой желающий. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.